Нет. Страдания по поводу невозможности заработать приводят человека к нищете и бедности. Страдания возникают от неверия в Бога. Почему? Когда вы отдаете, уже об этом говорил ранее, один из принципов богатых людей заключается вот в чем. Найдите свои чувства, которые у вас возникают в тот момент, когда вы думаете о деньгах. Это и есть энергия денег. Если отдавая деньги, зарабатывая деньги, рассчитывая с кем-то или думая о чьих-то деньгах или своих, а также материальном благополучии у вас возникают негативные чувства, данные негативные чувства являются блокировкой того, чтобы в вашу жизнь поступали деньги. Поэтому в тот момент, когда вы отдаете, отдавайте беззаботно и не думайте об этом. В тот момент, когда нужно рассчитываться, рассчитайтесь, отдайте все и не думайте об этом. В тот момент, когда зарабатываете, не думайте об этом. В тот момент, когда будете зарабатывать, тоже не думайте. Также, глядя на чужое, тоже говорите себе, это и есть вера в Бога. Ничего страшного, скоро у меня это будет, все в порядке. Таким образом, это будет цель, и вы к ней обязательно.